Сегодня у нас будет первый день. Во-первых, я хочу сказать, приветствую всех участников недели стартов, в том числе зрителей, конечно же, тоже приветствую. Я спонтанно вообще, на самом деле, решила начать неделю стартов. Не знаю, почему-то мне так захотелось. Вот, я очень буду рада всем присоединившимся. И хочу сегодня начать снимать первый день, первый старт. Я решила, что буду снимать не... Господи, все слова забыла. В общем, сутки у меня будут идти с вечера по вечер, да, потому что очень сильно влияет на количество просмотров на самом деле. То, во сколько выходит видео. Я хочу выпускать видео где-то там в обед, да, стараться. То есть вечером что-то показывать, что я начинаю, продвигать там вот вечер, утро сколько получается, и потом снимать вторую часть и выпускать на канал. И полетели сразу вертолеты. Так, я еще до конца... Ну, давай уже. Не знаю, что я буду начинать на этой неделе. У меня есть четко только пока что 3 старта. Ну, может быть, 4. И то, что-то может измениться. У меня очень много планов это месяце на вязание, поэтому я буду стараться успеть максимально. Все, не могу даже сказать, потому что это просто нереально. И сегодня первый день, воскресенье вечер. Я начинаю первый старт, точнее, я уже начала. Это у меня будет зайка с плюшка. По моему описанию я вам поставляю тут фотографии, которые мне делал профессиональный фотограф. Я так фотографировать, к сожалению, не умею. Вот, и на текущий момент я вяжу снова зайца. Я уже даже не могу сказать, сколько я их всего связала. По-моему, 7 или 8. Самый первый был такой светло-коричневый. Во-первых, я вообще должна сказать, я сегодня, вот когда начинала, пока вязала вот этот кусочек, я раз 5 об этом подумала. Я должна сказать огромное спасибо своей подписчице, которая заказывала у меня самого первого зайца, потому что вообще с него все началось, и очень здорово вообще, что все это случилось, и я и себе хочу сказать спасибо, что я не побоялась взять этот заказ. Это было в прошлом году летом, мне пришло сообщение о том, что нужен вот такой вот зайчик, да, там была фотография из интернета, по-моему, из Pinterest. И мне нужны были деньги, поэтому я там не сильно долго сомневалась. В общем, я взяла этот заказ. Долго я с ним возилась. Ну, достаточно долго для меня, да. И на самом деле получился очень классный заяц. Я вам даже фотку самого первого зайца тоже вставлю готового. Вот, потом пришла идея в голову попробовать сделать описание. Это было мое первое и пока что единственное описание крючком. И я с ним тоже очень-очень долго я его делала. И пока я его делала, я связала, получается, еще сливочный у меня был зайчик, потом персиковый, мятный вот такого же цвета, голубой. Так, сначала был коричневый, потом был сливочный, потом был... Не помню уже, как там дальше уже порядок совсем не помню. Был голубой, желтый, мятный, персиковый, и, по-моему, было 3 розовых. Но 2 точно. То есть, получается, 8 или 9 зайцев я уже таких связала. У меня зайцев больше нет, все. Они все у своих каких-то там новых хозяев. Вот, не отслеживаю судьбу, мне только вот от самого первого зайчика периодически прилетают приветы. По-моему, он в Испании, если я ничего не путаю.
Вообще иногда меня посещает идея, да, сделать такую карту чисто для себя, может быть, даже в электронном виде, и отмечать, ну, уже, конечно, поздно, но на самом деле никогда не поздно отмечать, куда вообще уже улетели мои заказы, потому что это такая широкая карта получится, да. У меня, по-моему, только в Америку еще ничего не улетало, и то могу ошибаться. Вот, уже куда только не полетели мои заказы. Короче, я рассказывала в одном из предыдущих видео, что появилась у меня снова пряжа. Она, кстати, сейчас неправильно передается цвет. Так, и получается, что я все-таки начинаю вязать зайчика. Уже начала, как я уже сказала, нового. Но есть у меня проблемка, то есть я бы не ограничивала себя в продвижениях, да, хотя я не думаю, что это прям очень быстро вяжется, точнее, я знаю, что это не быстро вяжется. Есть одна проблема, у меня закончился наполнитель. Я заказывала на Wildberries, он пришел, мне не пришло уведомление, и я, короче, просто проворонила, и заказ мой отменили, он ушел обратно. Я забыла, и все. Ой, у меня открыто окно, и тут кто-то жарит шашлыки прямо под окном. У меня тут пару домов частного сектора. Сейчас, походу, я закончу разговор и пойду. Боже, как вкусно пахнет. Это точно свинина. Короче. Да, у меня заканчивается наполнитель. То есть я бы могла вообще очень здорово продвинуться там сегодня, завтра утром, сколько успею. Но у меня наполнителя в лучшем случае на одну ножку. Там, получается, в зайчике набиваются плотно две ножки. Набиваются ручки наполовину. Набивается плотно голова. И немножко набивается тело. Потому что зайка с плюшкой, как бы с ним, ну, в обнимку, по идее, как задумано, да, спят. Хотя это, конечно, игрушка, как хочешь, так и применяй. И у меня получается наполнитель, ну, от силы на одну ногу. То есть я спокойно могу связать два уха, хвост, ну и вот одну ногу, если мне хватит ее набить, потому что она набивается по мере вязания вот, до определенного процесса, до определенного этапа я связать могу, а дальше уже надо будет наполнять холофайбером или там синтешаром, как это правильно, в общем, неважно. Все это наполнители и все. Поэтому я начну с ушей, ну и если буду успевать, то я начну вязать ногу, да, а вдруг мне реально хватит хотя бы на одну, потому что там такая длинная конструкция, потом завязывается узелочек такой интересный, то есть продвинуться можно здорово на самом деле. И я, если честно, не знаю, хватит ли мне пряжи, потому что у меня три мотка целых вот таких, и вот такой клубочек, ну, по идее, мне, конечно, не хватит. Но бывает такое, что вот в этих мотках прилично больше. У меня, не помню, в каком было, прямо в упаковке три мотка из пяти, 108, 110 грамм и 111, по-моему. То есть, это, ну, представьте, почти 30 грамм пряжи просто даром. И мне, естественно, тогда хватает полностью. Я думаю, вдруг мне хватит. Поэтому я буду вязать, сколько получается. Ну и потом уже, если что, буду искать дополнительный моток. Точнее, просто схожу в наш один из двух с половиной магазинов пряжи. И там докуплю, потому что там я именно это и покупала. Вот, у меня здесь начато ушко. Связано, получается, 4... 5, 6, 7, 8, 9 рядов. Вот дальше идет вязание по прямой, и потом уже убавки. То есть я могу вот сейчас неплохо продвинуть это ухо. Продвину это ухо, начну вязать второе ухо. Ну и там посмотрим, сколько будет успеваться. Уже не буду подключаться в процессе, наверное. А может, буду. Посмотрим, как пойдет. И тогда, в общем, пошла я вязать. Попозже увидимся. Ну что, я вообще хотела нормальное интересное видео снять, как обычно, первый блин кома, скажем так. Я покажу вам сейчас свое продвижение, немножко пожалуюсь. Я говорила, да, о том, что иногда пряжи якобы в мотке больше. Ну, короче, оказывается, это иногда.
Потому что, вот, допустим, моток, который попался мне первый, в нем оказалось пряжи прилично все-таки меньше. И у меня даже не хватило на 2 столбика. Я пока вот ничего с этим не сделала. Короче, оставлю как есть. Ну, пока что, да. Буду вязать дальше детали. Я чувствую, что мне немножко не хватает пряжи. Поэтому будем, ну, будем посмотреть. Придется, видимо, все-таки идти за дополнительным мотком. Еще хотела вам рассказать о том, что у меня же глазки во всех предыдущих зайчиках у меня прозрачные глаза. Они у меня еще есть в наличии. Тут у меня еще сколько? 3 пары. О, как раз, да? То есть, по идее, все хорошо. Но я же покупала красивые глаза. Вот эти всякие с цветным зрачком. А мне они обычно очень сильно не нравятся. Но вот эти такие всякие клевые. Я вот думаю, может быть, как раз сюда я их и применю. Тут вот эта пленочка для того, чтобы не царапалась. И эти глазки, они заглушку, когда ставишь, они прям утапливаются так хорошо и выглядят максимально естественно. Мне кажется, это будет очень классно, гораздо симпатичнее, чем вот с прозрачным. Уже я вижу эту разницу, мне больше нравится. Глазастые ухи. Вот. Не хочется снимать пленку, но там без пленки совсем другой внешний вид. Пока не буду снимать. Хотя, конечно, оно у меня все лежит в ящике, в специальном отсеке, да, там такая у меня пластмассовая коробочка. Вот такая. Она вообще под косметику была, но я все убрала в шкаф, точнее в ящик, потому что у меня сбрасывают коты все. Коробочка эта освободилась, и она под рукоделие шикарно зашла, я когда-то в фикс-прайсе покупала. Вот. Я думаю, что зеленые глазки будут шикарно здесь смотреться. Так, поскольку у меня это... Ты сюда. Поскольку у меня этот зайчик, его заберут, мне его нужно на самом деле как можно быстрее заканчивать. Поэтому, несмотря на неделю стартов и несмотря на то, что я буду начинать очень много процессов, да, а именно еще 4, как минимум, на этой неделе, я все равно этого зайца буду продолжать двигать, чтобы мне его в ближайшие дни прямо закончить и отправить. Вот. И самое главное, мне нужно максимально быстро связать... вывязать всю пряжу, которая у меня еще есть, да, чтобы понимать, вообще у меня пряжи хватает или нет. Потом отправлюсь на поиск, если что, недостающих мотков. Значит, я заказала в дополнительном адресе позавчера, по-моему. Но он сегодня должен прийти. Поэтому я сегодня вечером, несмотря на то, что я буду начинать новый процесс, однозначно буду и зайца продвигать. Хочу сегодня ему лапки начать вязать. Ну и там все остальное. Короче, вот такие у меня продвижения. На самом деле уши это самое быстрое, что вяжется. Особенно при условии, что я помню практически наизусть описание ушей. Это единственное, что я помню. Все остальное вяжется, ну, то есть надо считать, поэтому я не помню ни ног, ни рук, там уже я буду сама следить. Вот уши я помню наизусть. И еще один очень важный момент, я считаю, это то, что я решила на время недели стартов, поскольку я и в вязальном влоге буду показывать этого зайчика, да, и не только этого, скорее всего, еще как минимум одного. Плюс пряжа мне идет еще на одного зайца на заказ, да, в голубом цвете. Я тоже как-то я вам покажу в вязальном блоге уже, наверное. В общем, будет мелькать этот заяц. Я вам оставляю сегодня ссылку практически первой строкой на описание этого зайчика и сделаю скидку на него. Он стоит, описание стоит 560 рублей. Я вам сделаю на
период на эту неделю 350 рублей вместо 560, да? Вот, если кто-то еще не успел приобрести это описание, то заглядывайте в инфобокс, там есть ссылочка на Boosty. Или можете написать мне на электронную почту, адрес указан также в инфобоксе, я вам со скидкой, да, расскажу, как можно купить мимо Boosty. Вот, по сути дела, это все, что я могу вам сегодня показать. Сегодня я планирую еще одно видео выпускать, надеюсь, что я успею. Нет, так уже завтра. Но уже хочу начинать следующий старт, поэтому на этом буду заканчивать. Вообще, ну, на самом деле, неплохие продвижения. Это целых два уха, да. Это, если так по объему работы, то это больше по объему вывязанной пряжи, это уже половина. Вот. Так что неплохо, неплохо на самом деле. Вот. Все, вот такой у меня старт. Зайчик какой-то такое. Реально первый блин кома. Вот, пока что упаковываю, чтобы ничего не вымазывалось. Вроде все чисто, но так спокойнее. Значит, на этом буду заканчивать. Очень рада всем, кто со мной решил поучаствовать в этой неделе стартов. И не забывайте ставить хэштеги. Я реально как будто бы бежала, прибежала и сразу села снимать. Все мысли растеряла по дороге. В общем, ставьте обязательно хэштег. Я в инфобоксе также продублирую все хэштеги до конца недели стартов, чтобы можно было их применять. Пост выходил в Телеграме вчера со всеми тоже хэштегами и с приглашением еще. Вот, поэтому, если не подписаны, тоже подписывайтесь. Все, на этом у меня все. Огромное спасибо вам за ваши просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. На все остальные социальные сети, Boosty, Telegram, Instagram. Пока что больше никуда не приглашаю, да? Это то, что пока у меня живо. Вот, все остальное чуть позже расскажу. Отправляюсь думать над вторым стартом, хотя вроде я уже определилась. И тогда завтра увидимся, я расскажу, что я буду начинать в новом дне.